В целях установления и развития сотрудничества между территориальными объединениями профсоюзов состоялась встреча. Руководство Брестского областного объединения и областных организаций отраслевых профсоюзов с коллегами из Узбекистана. Как отметил руководитель профсоюзов Брещины Николай Шум, что опыт коллег в вопросах коллективно-договорного регулирования взаимодействия профсоюзов и нанимателей в государственных и частных компаниях, а также охраны труда, социальной и правовой защиты трудящихся, представляет для организации безусловный интерес. Мы расширяем сотрудничество с регионами различных стран. У нас есть уже договоры о сотрудничестве с регионами Китая, Вьетнама, Российской Федерации. Вот у нас был договор о сотрудничестве с Ростовской областью, сейчас мы подписали с Псковской областью. И вот сейчас с коллегами из Узбекистана, из Самарканда. Почему это нам важно? Потому что мы должны сверять часы, мы должны действовать сообща. Мы должны сверять свои позиции, потому что у нас, в общем-то, общие цели и задачи. В центре внимания, конечно же, человек, человек труда, поэтому его нужды, его запросы, его проблемы мы должны решать. И поэтому есть какие-то общие подходы, которые мы решаем вместе с нашими коллегами, есть какие-то особенности. Поэтому для нас это очень важно, чтобы обменяться опытом, сделать какие-то выводы и дальше работать. За круглым столом две стороны говорили об оздоровлении трудящихся в профсоюзных санаториях Беларуси, туристическом потенциале страны, затронули вопросы молодежной политики и правовой защиты трудящихся, охраны труда, защиты отдельных категорий, которые не могут конкурировать на равных на рынке труда. Все эти диалоги на встрече двух профсоюзов Брещины и Узбекистана привели к одному. Обмен опытом – это именно то, что нужно каждой стороне. Мы, естественно, будем сотрудничать обмену опыт, например, по культурным мероприятиям, по спортивным мероприятиям, естественно, по санаторно-курортным направлениям. Очень много санаторных курортов и в Беларуси, и в Узбекистане. И, соответственно, по вопросам создания туркомпании. У нас в Самарканде, в Узбекистане, мы с собой сейчас руководители тоже вместе провезли. В Минске мы составили, как сказать, контракт, договор между Белтуризмом и Самаркандским правительством и организацией. И, соответственно, мы сегодня будем оговаривать с Николаем Николаевичем эти вопросы. Одним словом, мы приглашаем всех белорусских друзей в Узбекистан, Ташкент, Самарканд, и, соответственно, наши самаркандские друзья смогут посетить по профсоюзной линии. Профсоюз Узбекистана отличается бережным отношением к трудящимся людям. Сегодня эта страна имеет серьезные темпы развития. Благодаря внедрению новейших технологий перспективные заводы строятся буквально в пустыне. Но все достижения направлены в первую очередь на улучшение жизни людей Узбекистана. В Беларуси делегация Узбекистана находится с 20 июня. Два важных документа подписаны в Минске. 22 июня договор о сотрудничестве заключен между Брестским областным объединением профсоюзов и Самаркандским областным советом Федерации профсоюзов Узбекистана. Подписи под документом поставили профсоюзные лидеры Николай Шум и Сухроб Рафиков. Представители обеих сторон будут обмениваться опытом, сотрудничать в области туризма и оздоровления трудящихся. После официальной части представители профсоюзов Бреста и Самарканда обменялись традиционными подарками. Программа пребывания делегации в Брестской области также предусмотрена посещение Брестской крепости Герой и знакомство с национальным парком Беловежская пуща.